обреченность так и прет. Какая грустная музыка. Друзья, с днем дороги приключений. Вы на канале Hardcore Tavern. С вами трактирщик Амони, и мы начинаем нашу субботу с игры Resident Evil 3. Точнее, будем продолжать его проходить. Думаю, что сегодня закончим, наверное. Посмотрим. Но сначала, как всегда, разминка. Поехали. Быстренько разомнемся, а потом уже перейдем к игре. Блин, музыка, конечно, такая. Удручающая. Удручающая. Надеюсь, в игре все не так будет печально, как в этом саундтреке. Так, открываем нашу программу тренировок. Берем какой-нибудь объект, предмет, который вы сможете поднять 7-10 раз. И делаем на каждую руку по подходу. Дальше. Круговые движения головой. 10 раз в одну сторону, 10 в обратную. Нападает на меня, пока я головой кручу, да? Так, дальше. Предплечьями. Круговые движения. 20 секунд в одну сторону, 20 в обратную. В обратную сторону 20 секунд. Круговые движения руками целиком. По 10 раз в каждую сторону. Дальше. Плечами по 10 раз. Круговые движения в каждую сторону по 10 раз. Полезнейшее упражнение, кстати, вообще. Дальше кисти, замок и 20 секунд мнем во всех направлениях. Че у нас такая тишина в чате, не понял. Живые-то есть вообще, нет? Обычно спамят все с утра.
Привет. Здорово, Светлов Саня. Так, кисти размяли, дальше. Мельница. 15 раз. Не ушибите кота случайно. То они любят нападать вам, когда вы мельницу делаете. Ты что дерешься со мной сегодня, а? Котяра. Вообще, какой-то сегодня прям игруля. Диджей Гиш, привет. Без кота жизни-то не говори. Как поживать? Да нормально, вот резика проходим. Сегодня, наверное, да пройдем. Посредственная игра, на мой взгляд. Так, наклоны. К одной ноге, к другой, исходное положение 10 раз. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Десять. Дальше. Бочка. По 10 раз в каждую сторону. Самое важное упражнение для тех, кто много за компьютером сидит. Ну или вообще сидит за рулем, например. А ты в тренажерку ходил? Не, никуда не ходил, дома. По утрам разминочку делаем и все. Так, дальше. Собственно, переходим к отжиманиям. Делайте сколько можете или вместе со мной 21 раз. Окошко приоткрыть, проветрить. И сразу же делаем 20 приседаний. Все, сделали. 2 минуты отдыхаем. Второй подход и переходим к игре. Фух. Буквально пару минут осталось и продолжим проходить резидента. Блин, под эту удрючающую музыку, конечно, разминку делать такой не кайф, да? Ужас просто. Ну, какая игра, такая и музыка. Посыл она правильный дает в любом случае. Тун-тун-тун-тун. Как вообще игруха? Ой. Я бы игре, наверное, 6,5 поставил баллов. Подрубать дистурбит. Ну, я не могу, тема игры такая. У нас обычно музыка в тему игры. Или из самой игры. Так, такой вот уже... Скажем так,
Ну, уже так сложилось, короче, у нас. Еще минута отдыхаем. Как у вас вообще дела-то? Выспали сегодня? Нет, что-то народу совсем нет сегодня. Прям удивительно. Вчера с самого начала уже 40 человек было. Сегодня, видимо, все спят в воскресенье. Ой, суббота. Хотя удивительно. Удивительно. А может, все резиденты уже посмотрели. На мой взгляд, очень слабая игра, вот честно скажу. Очень слабая. Я в ней не увидел ничего интересного. Выспался. Сейчас пытаюсь брата разбудить. Салют, удачного стрима. Ребел, привет. Дейдара. Тун-тун-тун-тун. Так. Что-то тут в Resident Evil Dark Souls кармик повтор вырубает зачем-то. Занимает первое место. Вот капец, вот как новичкам стримить, если с Dark Souls в Resident Evil сидят люди в повторе? На первой позиции. Вообще, Twitch вообще, конечно, морит, вот серьезно. Так, второй подход. 26 раз отжимаемся. Сегодняшний. Возвращаем таверну. Возвращаем таверну. Казематы наши разрушены. Полицейского участка. А, чё? Кто-то я не пойму, почему такой запахавшийся стример. Так мы всегда утром разминку делаем. На утреннем стриме всегда разминочка. Чтобы зарядиться, так сказать, на весь день энергией и потом фигарить уже. Наш талисман удачи надеваем. Фу. Все, мы готовы побеждать всех немезисов и прочий сброд. Итак, друзья, вы на канале Hardcore Tavern. С вами трактирщик Амони, и мы сегодня проводим второй стрим по Resident Evil. Устраивайтесь поудобнее, приятного вам просмотра и с днем дороги приключений. Подробнее о наших днях таверны в нашем календаре, в группе ВКонтакте, Дискорде или Твиттере. Там же можно пообщаться вне стримов. Давайте начинать. Одним заходным подходом прохождение... Нет, я вчера первый стрим проводил, сегодня второй. Так... Я не понимаю, почему смотрят люди повторы, как бы, хз. Типа, суть стрима в живом общении. Так, Resident Evil подрубаем. Вот, да, для повторов YouTube есть, согласен. А тут ты, типа, подрубаешь. Еще и... Живых людей из-за этого меньше видят. Из-за тебя, из-за того, что ты там повтор врубил. Андрюх, посмотрел я записи по игре про постапокалипсис. Вживалка? Ты, блин, такой невнимательный ёпарный театр. Я все внимание чату отдаю. Приветствую, император Азель. Ребят, кружки в чат за императора. Ой, да прям невнимательный, все нормально у меня там. Просто я больше общался с людьми, чем играл в стратегию. Все-таки это достаточно такая сложная игра. Итак, продолжим. Кого я вижу? Лорд Эван. Доброго утра. Хола, амигос. Кстати, а где именно та кружка из таверны? А, ну сегодня игра не средневековая, зачем мне кружку? Так, и чё мне надо?
О, мы типа модели какие-то открыли, что ли? И чё, в чём прикол? Ну-ка. Ничего интересного. Да, это полный резик уже. Вчера он вышел. Был у нас вчера первый стрим. И сегодня вот продолжаем. Добьем, наверное, игру. У нас кружки и внешне все под стать игрой. Владимир, приветствую. Скол. Если игра не средневековая, зачем мне средневековая кружка? Наверное, так что ли? Ну и как тебе в целом-то игрушка Азия? Про постапокалипсис. Мне кажется, неплохая в целом. Так, карта больницы. Теперь мы узнали, что здесь комната для персонала есть. Можно, кстати, заглянуть в нее. Что-то здесь дофига крови, ребят. Мне это ой как не нравится. Слишком много непонятных кровавых убийств. Журнал медсестры, 29 сентября. Мы устали. Клянусь богом, устали. Но делать больше нечего. Этот хаос просто никак не остановить. Коронавирус невозможно остановить. Поступают все новые жертвы, люди умирают, а болезнь распространяется быстрее, чем мы справляемся. Так что мы даже не стараемся. Те, кто еще не заражен, забаррикадировались здесь. Мы слышим, как они снаружи молят о помощи. Эти крики. Никто из нас туда не пойдет, потому что тогда нам всем конец. Поверить не могу, что мы бросили своих пациентов. Для медсестры хуже просто быть не может. Меня трясет от ужаса. Но я хочу жить. Хочу жить. 9:00 вечера. Мы слышали, как пролетел вертолет. И тут же перестали рыдать и сжаться друг к другу, потому что решили, что пришла помощь. Но звук начал отдаляться, и теперь мы остались наедине с криками мертвецов и тихими воплями в сердцах. Мы скоро просто сойдем с ума. Доктор Ян, Ариана, Миранда, Дакота. Простите, я вас подвела. Что-то приближается. Император Соргел, доброе утро. Ребят, кружки за наших императоров. Азель, Соргел, тут как тут у нас. Эван, Лорд, все у нас здесь. Здравствуй, Амонь, привет, чат. Здорово, Аарон. Здорово. Карлюха, привет всем. Правильно читаю никнейм? Карлюха? Карлуха. Опаньки, у нас есть отмычка? Нет, отмычки у нас у другого персонажа. Троллище, здравствуй. Бросил Маунтин Блейдера, чтобы к нам зайти. А может и нет. Сидит, подиграет там. Напоминание от руководства. Вопросы по ID-картам. ID-карты нельзя выносить с территории больницы ни при каких обстоятельствах. В целях соблюдения мер безопасности всем работникам необходимо убирать свои ID-карты в личные шкафчики перед уходом с работы домой. Благодарим вас за понимание. Пропавший ключ от камеры со шкафчиками. Ключ от камеры со шкафчиками куда-то пропал. Человек, который в последний раз им пользовался, кажется, потерял его где-то во дворе. Пока его не найдут, запасной ключ будет храниться в офисе администрации. Чтобы получить его в конце смены, дайте знать руководству. Так, офис руководства. Что-то я не знаю, где он находится. Потрошки. Тут... Блин, непонятно, все мы собрали или нет, потому что эти шкафчики нифига не открываются. Эти шкафчики не открываются. И невозможно понять, все собрали или нет. Хрень какая-то. Замок только что захватил, говорит. Я на 5 минут. Тролль, тебя продлить можно? Тролль говорит, я на 5 минут тебя продлить можно.
Меня можно продлить. Так. Доброе утро. Максимилиан, здравствуй. Слушайте, ну мы тут нифига не собрали. Не знаю, что теперь делать. Там завал. Единственный путь это... Через крышу, что ли, проходить? Прикольно. На работу надо. Да, кто-то же должен еще работать, да? Okay. Not this way. Так. Не сюда, говорит. Опаньки. Во дворе должен быть ключ, говорит. Потеряли где-то во дворе, слышали? Так, трава. Опаньки. О, тактическая рукоять для винтовки, офигеть. Вот это я нашел, конечно. Я еще думаю, блин, надо сходить посмотреть, что там такое лежит. Офигенно. Кстати, карта нам больше не нужна. Можно ее выбросить. Блин, ладно, пока оставим, вдруг что пригодится. Там даже обозначений никого не было, ребят. Опа, ключ лежит. Здесь кровище и растения. Два зеленых, блин, нам бы красный где-то найти. Ключ, ну придется его заменить на карту. Теперь как-то надо вернуться туда. Еще патроны. Патроны никогда не помешают. Шорткат. Очень аккуратно идем. Почему-то мне кажется, что здесь должна появиться этот лизун, который только в тишине работает. Двор. Здесь, кстати, что-то есть. Но туда никак не попасть. Только с приемной можно было. Здесь подъем на второй этаж. Аварийный выход. Ой-ой-ой. Я здесь был. Мы не могли здесь понять, что делать. Вот с этим чуваком. То есть я не знаю, как тот ящик получить. Посмотрите, там внутри ящик за ним. Кто не знает, как эту дверь открывать? Здесь нужна карта. Я думаю, что проще их всех убить. Всего несколько патронов потратили, а они... Блин, ты что такой живучий-то? Сдохни ты уже. Меня вчера работа долго не отпускала. Я сперва думал, что за 8 вечера закончил. А нет. Потом еще до 11 пришлось. Офигеть. Блин, вот как туда попасть, ребят? Там столько внутри всего. Здорово, шерстяной. Здрасте, дружище. С днем дороги приключений. Карты. Ну, у нас нет такой карты, которая бы здесь пригодилась. Я не знаю, как эту дверь открыть. Тут мы ничего уже не сделаем, приемный. Хотя мы можем выйти. О, точно, смотрите, мы можем вот отсюда выйти. Хотя, нужно ли нам это? Мне кажется, нам по лестнице наверх надо. Вот сюда. Блин, как же тут все
круто сделано в плане вот атмосферности, конечно. Привет всем! А я как раз повтор на ютубе смотрю вчерашнее прохождение. А тут вторая часть. Да, сегодня допройдем, наверное. Приятного просмотра, Тео Брейнс. Ребят, да, кстати, буду вам очень благодарен, если вы на ютубе будете лайки ставить видео. Потихоньку пытаюсь развивать ютуб канал. Чтобы не мешался, сразу убьем. Я думаю, что мне патронов должно хватить. Ой, Ам, ты идешь дорогой приключений? Береги колени, ага. Бережем, бережем. Колени — это же самое важное. Хима, здравствуй. Ты где пропадал? Давно тебя не было у нас. Так. Привет, Тони. Игоман, здравствуй. Привет, Тони. Так, мы вернулись, кстати, на то же место. Теперь нам нужно вот сюда в комнату персонала зайти. Так, у нас ключ появился. Хотя мы можем еще вот так пройти в прачечную. Но давайте сначала в комнату персонала сходим. Ирин, доброе утро. Доброе утро. Пожалуй, зайду, запишусь. Ну, как бы, почему бы и нет. Опа. Журнал медсестры. Принято более 20% с таинственной болезнью. У пациентов в изоляторе наблюдается сильный некроз конечности, лихорадка, бред и признаки гиперфагии. Инфекция? Перепробовали все антисептики. Результаты анализов крови исследовательского центра пока не поступили. Спросите еще раз. Один из пациентов укусил доктора Янга во время осмотра. Раны мы обеззаразили, но лихорадка его не оставляет. Ничего не помогает. А пока в амбулаторном отделении началась настоящая анархия. Пациенты с каждым мгновением все больше бредят и становятся все агрессивнее. Мы вызвали на борт на работу всех, кого возможно. У нас не осталось свободных рук. Этот хаос нужно сдержать. Так вот, я чуть не пропустил журнальчик. Водка! Привет! Так. Сохранимся. Думаю, что одну траву можно пока на хранение выложить. И вот такой комплект тоже. Патронов очень мало, на самом деле. Хотя много патронов есть на автомат. Так что будем пользоваться автоматом. Прошел сюжет Баннерлорда до объявления неизвестности. Независимости. И все. Дипломатию пока не добавили. Ну, это же типа тестовые. Ранний доступ, все дела, клемски. Я вот хочу в Баннерлорд еще играть. Очень хочу. Так, мне кажется, когда мы дверь эту откроем, что-то произойдет. Как вам резидент, лучше скажите? Всем доброе утро, кто приходит. Как по мне, слабенькая игра. Ну, она, конечно, атмосферная, клево сделана, все дела, это очень... Этого не отнять, как бы. Но очень слабая игра. Нет, второй был значительно лучше, вот даже, я так скажу. Второй прям на голову лучше, чем это. Ух ты, шляпы такие. Шляпа боярского. Световая граната пригодится обязательно. Оу. Больничная ID-карта. Она-то нам и нужна. Звуки эти странные постоянно, не пойми откуда. Видимо, школьники прикалывались над учителем. Что это, блин? Что это такое? Что? Он меня не слышит?
Ух ты ж, ёб... Ёбушки-воробушки, что это такое? Вот кто эти все ссадины оставил на стенах. Охренеть вообще. Надеюсь, их больше не будет. Жесть какая. Я слишком много патронов на них потратил. Сразу думаю, надо сохраниться, ребят. Потому что рядом нахожусь, но почему бы нет? Тем более после убийства его. Ага, говорит, не будет, конечно. Блин, нам пригодилось реально это. Бомба. Так, мы можем здесь обойти сейчас в прачечную. Меня синематика третьего больше испугал, говорит. Ребята. В смысле, а почему закрыто? Просто вот... Просто закрыто. Блин, да что ж за звуки-то такие? А, ну понятно. Дверь вот с такими замками, это значит заблокирована она где-то. Он вышел вчера, вот все и играют. Приветствую, Винио. Так. Чего мы здесь не нашли-то, я не понимаю. Типа что-то не найдено. Как я мог здесь что-то не найти? Осмотрел вообще все. Показывает, что не найдено чего-то. Или это общий зал вот с этой стороны тоже считается? Блин, я хочу все исследовать. Тут вообще никуда не пройти. Только через крышу. На крыше тоже один дедок только здесь был. Мы опять вернулись к тому же месту. Блин, выходит, что нам по-любому только вниз. Такой бред. Никакого другого. Опа. Вы гляньте, что тут нашелся. Вот пошел отсюда. Прям чувствовал, что надо было сюда забежать, ребят. Чувствовал. О, так это... Непонятно, короче. Только что синим было. На втором этаже, видимо. Блин, да что ж так нагнетает-то музыка здесь? Прям... Прям жесть какая. Люди трепещут при одном звуке вашего имени, сэр. Ага, я тут стрепетнул только что. Их двое уже внутри, смотрите. Как они туда попали? Он один там был, я вам точно говорю. Ой, их трое там вообще. Блин, я походу сейчас открою эту дверь. Когда карты активирую вот эту фигню. Здорово, Храмыч. Ребят, кружки за Всевышнего. Так что, скрипуче открывается, прям жесть. Травушка. Травушка-муравушка. Дофига вообще патронов. Почему мне столько патронов, ребят, дают? Что-то сейчас будет по любасу вообще.
пропавшие предметы. Всем работникам. Нас завалили сообщением о продаже, о пропаже личных вещей. Если вы найдете бесхозную вещь, не забирайте ее домой. Отнесите ее на пост медсестры в сейф. Комбинация к сейфу 9 по часовой стрелке, 3 против по часовой. Благодарим за понимание. 9 по часовой, 3 против. Ух ты. 100% сейчас будет бойня, походу, ребята. Ох, так. Что? Ключ больше не нужен, кстати. И тут, говорит Резик, я стал не любить эту игру. Она за 2 дня. Ты можешь Дездо посмотреть повтор вчерашней игры на выживалке. Полоснецкая игра, мне очень понравилась. Похоже, они тут все гранаты находили, да? Блин, сейчас стопудово я выйду, и там что-нибудь будет. Нет. А, не, я Doom не играл. Я в экшены не играю. Только под заказ. Блин, что здесь еще осталось? Вот тот ящик. Пройти вот здесь по двору отсюда. Ну, точнее, вот по этому. Повезло, что я не часто на Twitch захожу, говорит. Меня мало, говорит, что задалбывает. А, подождите-ка, мы можем еще вот сюда сходить. А, мне здесь голос на доктора записать. Это менеджмент патронов, а не Doom. Да ну неужели плохая игра? По-моему, неплохая. Блин, там что-то еще лежит, и туда как-то можно попасть. Надо понять, как туда попасть. Капец, здесь тупик. А здесь сейф вообще с этим. Зашибись. В новом доме, как по мне, единственный минус — это избыток платформинга. Не знаю, вообще за Doom не шарю. Мне как бы фиолетово реально, что там, да как. Ну, я не играю в подобные игры. Я, кстати, прошел Резик. И вот, да, вторая часть, в смысле, ее ремейк был лучше. Да, блин, тут ни одной загадки нет. Тупо бежишь по этому, да стреляешь. Все. И то, даже я тебе так скажу, стреляешь, тебе просто там 6 патронов дают на 6 монстров, грубо говоря, и ты их убиваешь. Ну, вот как в предыдущем. Блин, я помню, сколько мне недостатков, неудобств доставило это. Как ее там? Предыдущая локация с подземки, где были мы, в канализации. А здесь она просто тун-тун-тун пробежалась вообще. Там тебе дали 3 патрона, ты 3 патронами убил медленно вылазящихся монстров. Такой, ля-ля-ля. Вообще, я что-то не понял, короче. Блин, мне надо как-то вот сюда спрыгнуть. Вот в эту локацию, но я не знаю, где выпрыгнуть мне. С той этой стороны сломаны окна вот здесь вот, видите, разбиты. А с этой нет. Как туда попасть, не знаю. А пост медсестры, кстати, здесь сейф должен быть. Кто-то очень сильно здесь долбится. Да, кстати, понерфили. Раньше конечности ползали за тобой, оторванные мертвецы, там все кишки по полу. А сейчас вообще какая-то фигня. Сейчас чисто нарисовали вот так кровь, и вообще меньше физики стало, короче. Такое ощущение, что я когда сейф взломаю, вырвется монстр. Запись на пленке. Дакота, я, кажется, знаю, что стало с пропавшей пленкой доктора Бэй. Ее забрал его помощник. Кто-то из моих пациентов видел, как Эббот забрал что-то из шкафчика в сестринской и отправил в процедурный кабинет. Попробую пробраться туда и пошарить в ночную смену. А ты ничего не предпринимай и занимайся своим делом.
Мне все равно, насколько доктор Б важен для всей медицины. Барт, наверное. Подобного рода оскорбления ненормальны. Обещаю, я не дам ему уничтожить доказательства. Он мерзкий подлец и однажды предстанет перед судом. Не унывай, крепись, друг. Я не знаю, ребят, мне вместо Дума больше вот нравится игра, например. Которую я играл. Это. Да в смысле? Я его прям расстрелял в упор из калаша. Ладно, не калаша. Пять 5 обоим потратил на них. Угу. Можно будет шорткат через прачечную открыть, да? Процедурный кабинет, кстати, тут. В новом резике настреляться дают больше, чем в новом Думе, лол. Прикольно ты сказал. Так, 9.3. Девять влево. Оу. Двойной магазин от винтовки. Охрененно вообще. Очень это мне нужно. Это очень мне нужно. Блин, это же просто офигеть. 34 патрона теперь. Вот это я понимаю, ребят. Настоящий Рэмбо. Да почему-то одни зеленые растения дают, красных нет. Да, да, двойной. Какой-то не совсем двойной это уже. Можно так убить? А мы немножко ранены, я так подумал. Но в любом случае нам сюда надо идти. Там потому что запись доктора, они сказали, помните, типа, ой-ой-ой. Вот зачем нам двойной магазин, ребят. Ой-ой-ой. И гранаты нам для этого же дали. Так, ну что ж. Ослепляем? Да или сразу бахать? Ну да, они уснули, типа. Джеренька, приветствую. Рад тебя видеть. Чё-то я прям очканул. Я не знаю, как я буду с ними сражаться. Что это было сейчас вообще? Что это было вообще за ниндзюцу, блин? Жесть.
Да блин, опять замок. Похоже, я потом в этой больнице буду ходить за Джилл. Наконец-то красное растение. Теперь у нас есть две хилки, можно, блин, в принципе, похилиться, наверное. Ты же Рэмбо, ё-моё. Ну я же Рэмбо, а не... Клёво, бахнуло. Так, это шорткат, да? Ну, короче, надо к этим двум деятелям идти. Здрасте. Нифига себе. Второй-то жив, нет? Фу, вообще я молодчик, конечно. Ну, лол. Надо было постучать, ребята, они сами вышли. Просто постучать надо было. Ну да, что-то бомбануло нормально так. Я вообще не ожидал такого эффекта. Да, в больнице нет хилок, зато патроны валяются. Замечательное замечание. Ну ничего, как-нибудь прорвемся. Мне лично хилки меньше нужны, чем патроны. Так, а вот и запись как раз, аудиокассета. Мы сейчас послушаем с вами. Мы ее сейчас с вами быстренько послушаем. Что, не могу play нажать? Нет, ее, видимо, надо будет рядом с дверью включать. Ну ладно, чё. Боже, говорит, Виньон, храни Америку. Так это то же самое место, мне сюда не нужно. Блин. Это тоже можно выкинуть карту. Ну, нормально, справились. Их что-то дофига стало, кстати. Заметили? В прачечную я опять-таки ничего не могу достать, потому что там запертый ящик. Здесь тоже запертый ящик. Я бы, наверное, сохранился, сходил вообще. Что-то игра... Что-то игра ими спамить начала. Кем ими? Гранаты? Как мусор использовать? Да ну, почему как мусор? Просто я их насобирал, оставляя на такие важные моменты. Вот и все. Че прям как мусор? Хотя, с другой стороны, ты прав. Потому что я вот в болоте, когда в канализации был, там было 4 монстра или 5. И дали тебе 5 патронов, которые их ваншотят. Я такой думаю, да, очень интересно, очень... Серьезно, было как-то забавно наблюдать за этим. То есть тебе дали ровно столько, сколько тебе надо убить этих монстров. Резик старый, не знаю, лучше или нет, но второй резидент 100% был крутой вообще. Так, ну спускаться вниз теперь нам надо. Вообще, блин, не надо париться. Просто в эту игру надо играть как в кино. Вот она офигенная. Типа, если не париться... Блин, как сюда попасть? Кто не знает, как туда попасть? Я пока не нашел способов добраться до туда. Сразу видно РПГшника, собирает все и хранит до конца. Да-да-да. Смотри, там все двери
целые, окна целые. То есть как туда попасть, я не понимаю. Может, дальше где-то разломают или разобьют окно, и ты сможешь туда попасть. Скорее всего, такой будет какой-то поворот у нас событий. Сейчас тут, по идее, дверь должна открыться. В центральном здании. Где за решеткой трое находилось. Порой в таких играх логики совсем нет, согласен. Блин, нет, не открывается. Но их еще больше, смотрите. Мне кажется, гранату надо юзать туда, ребят. Их уже там... Эй, а че их так дофига-то реально? Тут вообще уже толпа этих зомбаков. Не, ну а как еще? 4 зомби, прикиньте, сколько это патронов. Всяко рациональное бросить одну гранату. Правда, затупил, что надо бы подойти. Надо бы подойти, и тогда бы эту женщину я тоже не расстреливал. На нее бы тоже граната подействовала. Ну, то есть они бы вышли, такие бам. И ящик зато, смотрите, сразу разломался. Вообще огонь. Прям шикардос. Наконец-то мы здесь все равно не все собрали. Блин, долбанная отмычка, где ее взять-то? Здесь мы были. Блин, у меня так-то покоцано. Может, мне объединить травку скушать, я не знаю. Я же говорил, говорит. Так у тебя куча невскрытых замков. Тут еще... Блин, у меня нет отмычки, чтобы их взламывать. Я не смогу ничего. Это потом здесь будет играть, походу, Джилл. Вторым... номером, короче. По той же локации, типа, ходить. Так, собственно, я пришел. Доброе утро, доктор Ама, привет. А, извините за опоздание. Можем войти? Конечно, заходи. Угощайся, Элем. Всем, ребят, доброе утро. В первую очередь, я хочу знать, что эти документы делают у вас. Ты с кем так разговариваешь? Ты, я, черт возьми, Натаэль Барт. Я лучший биолог из тех, что тебе доводилось видеть, бесполезная дрянь, способная только утки менять. Естественно, у меня есть связи наверху. Естественно, военные консультируются со мной по вопросам, которых тебе даже не понять. Так что хватит тратить мое время на свои недоделанные вопросы. Я прошу прощения, доктор. Ты ведь не читала документы, правда? Нет, они уничтожены, как вы и просили. Хорошо, хорошо. Если это все, можешь идти и дальше вытирать пациентов задницы. Тебе ведь это, за это платят, правильно? И почисти мне ботинки. Да, сэр. Ты же знаешь, как надо чистить, да? Все, проваливай, никому ни слова. Его убить надо, этого Натаэля Барда, ребят. Я считаю, его надо убить. Ого, ну и засранец. Говори, блин. Козел, блин. Фу. Чё-то не здоровится, ребят. Ой. Приглашение на банкет. Дорогой доктор Барт, с радостью в сердце позвольте пригласить вас на банкет, который состоится 10 сентября в отеле Центро, где мы обсудим будущее Ракун-Сити и новый... особой медицинской зоны ОМЗ. В числе приглашенных мэр Майкл Уоррен, глава полиции Брайан Айронс и другие уважаемые члены нашего общества. Четверг, 10 сентября 1998 года в 6 часов, ресторан Ориент, отель Централ, второй этаж. Будем почтены вашим участием. С уважением, Грег Тестер, сенатор США. Приписка от руки. На это. В середине августа я представляю проект, посвященный твоему новому лекарству. Приноси бабки. Как обычно, мы забронировали номер для вечеринки после банкета. Ты ведь брюнет, да? Я дам Айронсу узнать. Это что, доктор Барнс отъехал, что ли? Барт. Тейлор, Барт мертв. Его застрелили. Черт, а вакцина? Ищу.
Ищи лучше, нам ведь должен быть компьютер там. Так, ладно. Но застрелили, хоть не встанет, ребят. Поэтому она и меняла утки, он же засранец. Да нет, ну типа медсестра, но зачем типа давить на это? Напоминать людям, что там. Вот бы он в Лиге Легенд, говорит Бомер. Кстати, нет, он не встанет, ребят. У него же в голове дыра, как он встанет? Зомби же не могут вставать. Если у них голова прострелена. Блин, что-то мне подсказывает, что у нас есть ну, травку. Вот. Письмо от Натаниэля Барда. Грег Тестер. Тема «Немедленно ответь». Грег, я знаю, ты смотришь новости. Этот вирус уничтожит всю страну. Мертвые погребут под собой капиталистский холм, подобно цунами. Ты в опасности. Но нам всегда были... Мы всегда были добрыми друзьями, поэтому у меня к тебе есть предложение. У меня в распоряжении есть одна доза вакцины от вируса. Это священный Грааль. И я храню ее не для своей семьи, не для своих дамочек на стороне. Нет, Грег. Я храню ее для тебя. Я, как никто, уверен, что будущее США за тобой. Но, Грег, если она тебе нужна, ты должен немедленно вытащить меня отсюда так, чтобы об этом не узнали в Умбрелла. Замолви за меня слово в Пентагоне. Насколько я знаю, ты это можешь. Пусть кто-нибудь пошлет сюда спасательную команду без участия УБСС. Ты мне, я тебе. Для наших сторон это должно звучать вполне разумно. Поторопись, времени у меня немного. Понятно. Говорит начальник ВРСИ Натаниэль Барт. 29 сентября. 9:11 вечера. На самом деле я знаю, что мое время на исходе. И я надеюсь, что успею записать это, чтобы показать миру правду. И хотя бы слегка восстановить свое доброе имя. Страдания Ракун-Сити начались с утечки биологического оружия под названием Т-вирус. Я работаю на Umbrella Corporation, компанию, создавшую этот вирус. Они приказали моему отделу разработку вакцин. Что мы и сделали. Я держу образцы этой вакцины у себя в офисе. Остальной запас хранится под землей. Но эти сволочи в правлении хотят уничтожить ее. Они хотят скрыть от мира то, что мы тут натворили. И уничтожат все свидетельства существования вируса. Но я не дурак. Я знаю, что они не дадут мне... Так. Привет, Анси. Да, вот мы как раз тоже игру с вирусом сейчас играем. В реале вирус, здесь вирус. Боже, Джилл все это время знала и все равно мне доверяла. Вот так вот. Джата, здорово. Это то самое место? Одна вакцина вон лежит, фиолетовая. Сейчас что-то будет, ребят. Mountain Blade 2 вообще шикос. Образец вакцины. Отдайте Джилл вакцину. Ладно, Джилл, крепись. Но остальные под землей, они сказали. Так, а где она вообще лежит, я уже не помню. Я реально не помню, где она. В операционной? Нет. Сделал ты великого. Тия, она у меня. Хорошо, направляюсь к тебе. Будь осторожен. Осторожен? Ты этот город видел? Если я доберусь к тебе целым невредимым, это чудо будет. Согласен. Здорово, Дед Мазай. Старенький друг мой, здравствуй. Капец, он резкий.
Вот без гранат-то как его завалить? А мы делаем великого лучника. Направление этого. В этом направлении движемся. Это точно Resident 3? Больше похоже на какой-то аркадный шутер по типу... Ну да. Привет, Руслантер. Привет. Блин, что без гранат-то теперь делать? Я реально не помню, куда мне надо идти. Да ё-моё. Вестибюль, наверное? Блин, как же хреново. Блин, где она была-то? Ну как Резик 3 за это, считай, худший? Джилл, все будет в порядке. Я считаю, не очень. Резик 3, по-моему, вышел не очень. Почему-то красных трав нет, смотрите, одни зеленые. Что делать-то? Нет, мы ее лечим, у нас одна вакцина. А, нет, это фигня, ребят. Не кусали его, вам показалось. Его поцарапали. Ну уже, лишь бы эта гадость работала. Да нормально они сделали, ребят. Третья часть сама по себе, говорят, ни о чем была. Нормально. Как повествование сюжета хорошее. Очень красиво сделанная часть. Боже, Тайлер. Что, черт возьми, случилось? Ты там как? Внимание всех граждан. Сдержать эпидемию, распространяющуюся в городе, невозможно. Коронавирус захватывает все больше областей. 1 октября Ракун-Сити решено полностью уничтожить ракетным ударом. Всем жителям сохранить способность к рациональному мышлению. Убирайтесь оттуда. Внимание всех граждан. Один день остался. В городе же еще люди есть. Думаешь, дяде Сэм не плевать? Твою мать. А вот и они. Сиди тихо, я справлюсь. Защити Джилл. Экипируйтесь получше, судя по звукам, их там тьма. Чего, блядь? И как же мне интересно экипироваться получше. Вон, один баллончик положили, хилочки, и все. Блин, а у меня гранаты все закончились, прикиньте. Так, а у нас классическая версия поставлена. Мы, когда начинали игру, мы выбрали внешний вид. У Джилл классический вид, и у Карлоса классический вид. Они так круче выглядят, мне кажется. Это как Лара Крофт старинная, знаете. Анджелина Джоли еще, которая была. А новая Джилл, она как современная Лара Крофт выглядит. Кайл, привет. Спасибо тебе большое. Собрал сегодня с почты уши, которые купил недавно. И звук действительно хороший, говорит. Блади G300. Ух ты. Блади всегда пользовались хорошей популярностью. Ой, рейтингом. Попробуй опустить ставни. И как мы это сделаем? Попробуй взломать систему безопасности больницы. А ты не подпускай их ко мне. Сейчас покажу. А вам какая, кстати, больше нравится? Давайте вот так. Вот у нас Джилл классическая. Вот это новая. Вот это как новая Лара Крофт выглядит. Но она супер красивая, конечно. Вот это как старая. Ну, мы выбрали классику, типа, игра все-таки старенькая, старая, ну, типа, ремастер. Вот так выглядела раньше она. Вот это современный вид.
Новая нравится. Ну, понятно, что новая. Не знаю. Мне, в принципе, наверное, тоже новая больше нравится. Но это как-то... Выбирал чатик. Как он сзади-то вообще оказался, ё-моё! Ой-ой. О, детонатор! Тут электричество еще есть. Блин, а куда этот детонатор-то ставить? Реально, куда его поставить? Боеприпасы тут. Да блин, почему он не уклоняется-то? Да ну. Come on. А сколько их, блин, тут... Капец, тут реально. Последняя досочка осталась. Почти получилось. Да блин, как ты меня укусил-то, а? Да хорош, ну не может быть такого. В смысле, не спас, что ли?
Не спас? Офигеть, а куда ж больше-то? Жесть, мне казалось, я вообще круто воевал там с ними. Ну ладно, чё. Эх ты. Ну конечно, экшен жесткий. Это прям экшен, реально. Да Грена одна была, их в конце уже можно было заюзать. Ну блин, видишь, как не получилось. Надо было раньше расстреливать их. Они тут немного по-другому умирают. Я просто не тратил патроны, потому что думал, что они как всегда. Типа будут полгода здесь. Видишь, они мрут сразу. Вот это зачем, я не пойму. Так, диктофон, кстати, можно выбросить. Руиним на руинах, все верно. Здоровый сейчас должен вылезти. Блин, зачем мне взрывчатка? Я только не пойму, ребят. Детонатор для взрывчатки C4. Причем включенный с кроной. С кроной даже, представляете? Опа. Ух ты, как я от него убежал. Так, и что же мне выкинуть? Что же мне выкинуть-то? Ку. Джетмейт, здравствуй. Мы тут не можем отвлечься, слишком жестокая ситуация. Ничего не выкидывай, ничего не выкидывай, слышишь меня? Гранату надо взять. Так, мы что-то не подняли, тут еще патроны. Почти получилось! Световая граната, блин. Опа.
Карлос, они пытаются ворваться в комнату! Экшон реально какой-то. А это что, блядь? Нет, не соси! Ё-моё! Патроны заканчиваются, ребят. Патроны на исходе. Ой, блин. Доктор Ама здесь, отлично. Главное, чтобы один патрон остался. Эндлес, приветствую. Да. Поменим. Так, получено достижение. Геройские будни. Карлос, ты в порядке? Ни капельки, но хоть все закончилось. Я возвращаюсь. Жесть. Да, целая миссия Рэмбо какая-то. Вакцина сработала. Хорошо. Куда ты собрался? Да, черт возьми. И что ж ты задумал? Весь город скоро поджарит. Ну же, чувак. Скажи им, что мы нашли лекарство. Потяни время. Безбашенная сволочь. Так, ну вот мы сейчас и за Джилл будем, похоже. Тупо терминатор, не говори. В первых двух частях ты бродишь, во всех следующих игра превращается в экшон. Наверное, ты прав. Джилл, слава богу, ты в порядке. У меня хорошая новость. Все, все кончено. Город спасет. Стреляй! Где? Что происходит? Внимание всех горожан. Ракетный удар по Ракун-Сити будет произведен через несколько часов. Заряд боеголовки уничтожит все, всех, всех. А, 1 октября? Нет. Не может быть. Так.
Итак, у нас есть немножко патронов. Нам нужно подготовиться. Вот я же говорю, мы сейчас за нее будем здесь ходить. Сундук надо. Сейчас собрать все, что тут есть. Опаньки, пистолет автоматический. В смысле? Новый пистолет какой-то, что ли? G18, G19. 30-зарядный пистолет. 33 заряда. С режимом стрельбы очередью до 3 патронов. Наносит значительный урон. Так нам обычный тогда не нужен, получается. Также нам не нужны вот такие штуки. Дробаш по-любому берем. Я думаю, вообще пистолет нужен нам или нет, ребят? Взрывающиеся боеприпасы. А у нас сейчас какие? Артиллерийские мины. Они взрываются, когда кто-то подходит на них. Обмотанное полотенцем. Так это наряд старенький, ребят. Не полотенце, это кофта. Это как раньше ходили. Кофта, типа. Так раньше модно было. Игра 90... Ну, типа, это наряд 98-го года. Варфоломей, приветствую. Доброе утро, солнце. Ты спас мне жизнь? Ни черта подобное, это все Карлос. Этот долбанный псих принес тебя сюда и все время ухаживал. Где он? Под землю отправился. Барретт запасал там вакцину. Ее там достаточно, чтобы всех вылечить. Думаю, что сам справится. Я пойду за ним. Стой, ты не слышала? Город скоро взлетит на воздух. Я пытаюсь достучаться до кого-нибудь, у кого есть полномочия это остановить. Пусть бардак разгребает он. Я тоже. Короче, хорошо. Видимо, отговаривать тебя не выйдет. Хранилище под землей, под больницей. Связь с Карлосом прервалась, так что ожидай неприятности. Так, это, походу, финальная миссия у нас. Последняя локация будет, ребят. Кто шарит, кто проходил игру, ребят, скажите, пожалуйста. Я правильно думаю, нет? Итак, порохи эти вот нафиг не нужны. Выложишь. Ну, пока, по крайней мере. Место только занимает. '99 года, и это представление японцев о том, как ходят в Америке. Да, что сильно отличается. Блин, я тут что-то еще не собрал, оказывается. Как я мог что-то пропустить? Давайте пистолет сразу, кстати, на быстрый доступ поднёрочим. Диджей Гиш! Я тебе спектакль волшебный покажу. О, боже мой. Только сегодня же познакомились. А ты вот так сразу. Очень приятно, особенно в эти сложные времена. Сейчас будет посвящение, ребят. Как мы наших встречаем? Бирхайп, как говорится. Кружки в чат до фонари. Не знаю, ты наверняка не ожидал, если новенький, что сейчас будет, но посвящение. Диджей Гиш, я вручаю тебе этот фонарь, который из любой тьмы выведет тебя к свету нашей таверны. Храни его, со временем языки пламени в нем будут становиться сильнее. А в таверне ты всегда найдешь отличную компанию людей, которые только что поприветствовали тебя в чатике. Трактирщика, с которым сможешь обсудить горе или радости, и, конечно же, кружечку нашего восхитительного Эля. Добро пожаловать в братство! Спасибо огромное. Опаньки. Аптаун. 51. Добро пожаловать и тебе в нашу таверну. Угощайся Элем, будь себя дома. Приятного просмотра. Мистер Белбринг. Доброго утра. Кстати, всех с днем поиск дороги приключений. Сегодня у нас такой день по календарю таверны. У нас свой календарь, каждый день особенный, если вдруг кто впервые. Короче, ладно, погнали. Может, здесь что-то еще мы оставили? Нет, только кнопочка света. А, ну это ставни опускать. Странно, что... Возможно, этот ящик относится к локации, на которой мы находимся. Блин, опять порох. Я его выкладываю, а он мне все дается и дается. Что это такое? Так вы не сказали, это будет локация последняя сейчас, куда я иду или нет? Патронов реально для пистолета уже очень много.
Долго играешь? Да я не знаю. Часов 5, наверное, играю. В целом. 6, может. Так, мы как раз-таки можем все взламывать вообще. Все. Но я сейчас не хочу сюда идти, мне надо сначала предыдущую. Да ладно, ты же валяешься просто. Ну хорош, только вылечились. Пожалуйста, не кусай, мужик. Мужик, блин, я же их убивал всех. Незадача. 3-5 часов. Но это если, блин, спидраните, я, знаете, такой медленно. Люблю игры проходить с толком, с чувством, с расстановкой. РПГ люблю, а не экшены. Поэтому я долго все прохожу. Так, это что такое? Патрон для револьвера. У нас даже револьвера нет. Я хочу просто открыть полностью все здесь. Девять часов. Ну вот примерно с такой скоростью я прохожу, да. 9 часов это про меня. Опа. Похоже, здесь поработал Николай. Вот она шарит как раз, кто здесь главный враг. А, ну все, порох мы забрали. Блэк, он тоже в каждый угол заглядывает. Ну, красавчик, молодец. Я лично люблю так именно игры проходить. Аварийный выход. Ну, потому что я любитель РПГ. Смайлик, ух ты, смайлик. Добро пожаловать в нашу таверну, путник. Спасибо за фоллоу, приятного просмотра. Знакомься со всеми, я надеюсь, тебе у нас понравится. Ой, есть здесь гранат. Красиво. Не убивает? Да это жесть вообще. Мина не убивает, представляете? Я в шоке. Почему-то я подумал, что он с одного выстрела убьет. Нахрен вообще. У вас, вот представьте, мина наступить на... Ох ты, взрывающийся боеприпас. Отлично. Возможно, они более эффективны против них. Ну, ща... Ой, кто это у нас тут? Император Олег Одесса. Мое почтение. Ребят, кружки за императора. Так, все. Мы здесь патроны забрали. Больше нечего нам здесь делать. Олег, как дела? С днем тебя? Блин, вот эта дверь открыта. Но я все равно не знаю, как во двор попасть. Для меня это загадка какая-то дикая. Слом... Блин, подождите. Ну реально, как-то попасть-то? Они издеваются. Смотрите, ну все закрыто. Окна не взломаны нигде. Да как же туда попасть-то, а? Первый раз за месяц выспался. Поздравляю. Ой, блин. Фигня какая-то. Ничего не выходит у меня. Я не знаю, как туда попасть. Вот единственное место, куда мне осталось заглянуть. Может быть, с крыши как-то. Нет, с крыши тоже не работает. Нам нужно на соседний двор.
Главное, смотрите, с этой стороны все сломано, как бы, все понятно. Вот можно там спрыгнуть, здесь спрыгнуть. Одно и то же место. Думаю, я смогу... О, все, понял. Хи! Да думать-то тут не нужно. Здесь надо просто подходить к каждой этой дырке. А ты уже знаешь, что ли? Все прохождение уже видел, походу, да? Опа-на, и вот я здесь. Сундучочек. Ждал меня? А вот и револьвер. Потрясно. Блин, не очень потрясно. Ладно, я знаю, что сделать. У нас как раз здоровье можем поправить вот так вот. Ой, головная боль гарантирована, говорит. В смысле, что, много травы, что ли, бахнуло? До сюда только видел. О, ну слушай, ты прям по таймингу пришел, да? Как раз, когда я дальше буду проходить сейчас. Итак, все. Разве что мне осталось единственное место, это вот сюда. Второй этаж смотрим. Хопа-на. А это знаете, что означает? Что мы с вами идем на второй этаж сейчас. Однозначно на второй этаж. Я же не могу пропустить локацию. Столько лута осталось, да? Сейчас бы уходить отсюда. Ага. Нет, это не про нас. Никто не покусает нас. Сами покусаем всех. У нас боевая красотка. Блин, ну, кстати, героиня очень, конечно, красивая. Так, слышу. Слышу какие-то звуки еды. Проверим револьвер, ребят. Спасибо огромное за фоллоу. Добро пожаловать в нашу таверну. Ребят, кружки в чатик за наших новеньких. Револьвер. Так, может быть, на быстрый доступ. Посмотрим, как он вообще работает. Надеюсь, он бахает сразу бошку вообще просто. Да где он? Я сейчас смотрю, звуки-то есть какие-то сбоку, а вот не видно никого. Блин, это ж супер пушка, ребята, вообще. Это же орудие богов просто. Desert Eagle калибра 50, блин. Таким, если не выстрелить, да можно смело дать по башке. Кто смотрел художественный фильм? Блин, офигенно. Quick Людота. Надеюсь, я правильно никнейм читаю. Привет. Хотел подкраться ко мне сзади, гаденыш. Блин, да что такое? У меня слишком много патронов. Мне надо тратить патроны. А. Блин, что делать-то? Ну, слушай, для дробовика-то гораздо важнее, чем один патрон для этого. Дробаш помощнее будет. Гай Ричи гений. Да, тяжесть — это надежность. Точно, точно. Нас немножко покусали, неприятное ощущение. Оружия слишком много. Надо тратить патроны. Надо тратить патроны, чтобы место освобождалось под хилки. Не тратить здоровье. Типа, когда здоровья много, можно и... побегать там что-нибудь, а патронов мало. Эй! Блин, мне кажется, он проснется. Высококачественный порох. Это он не какая-то херня. Неужели тут только он лежал? Серьезно? А с чем я объединю? У меня нет пороха. Патроны все тоже по 20 максимум в стаке. Блин, жесть, тут только порох получается. С чем? Чем? А, у меня желтый есть. Блин, спасибо, точно. Спасибочки. Он не объединяется. Это не тот порох. Это не для взрыв патронов порох.
Надо взрывчатку А и взрывчатку Б объединять. Ну здесь мы мощно разобрались с двумя огромными чудиками. Ребят, как настроение у вас сегодня? Как проходит ваш карантин? Работа или что-то еще? Может быть, мне отмычку уже выкинуть можно, а? Серьезно, еще патроны для револьвера, блин. Как думаете, что мощнее, револьвер? Тут вот урон не написан. Или дробаш. Мне кажется, почему-то дробаш сильнее. 8 патронов для дробаша покруче. Пролетают дни. Пролетали дни. Чилим дома. Проходим вторую часть. Что-то здесь есть. Но непонятно что. А вот. Взрывчатка как раз вот объединяется. Видите как? Вот это огонь вообще. Все, можно валить. Короче, дофига чего не собираю, потому что вообще нет места. Все те же проблемы. Где тут? А, здесь нет, короче, выхода. Шортката. Да что она головой-то мотает? Нам, в общем, на первый час... Ой, на первый час. На первый этаж надо. Да, приуныло что-то у нас героиня. Ну вот теперь во двор уже можно выходить. Точнее, не во двор, а вниз. Искать где-то. Проход вниз. Может, все-таки... Пережрал травы. Да может быть, что-то да, выглядит так странно. Я думаю, надо сохраниться перед выходом. Потому что мы достаточно много пробежали. Вообще дофига, я бы даже сказал. Облутали все, что можно. А, ваншот, вот видите? Сейчас почему-то с ваншота убил, а в прошлый раз нет. Как это работает вообще? Блин, что он тут делал? Они как будто респаунятся. Ну, респаунятся. В прошлый раз его здесь не было, реально. Зайду за хилками. Хилка по-любому пригодится. Достать и заодно выложу что-нибудь. Вот какие патроны лучше взять? Ой, блин, это, конечно, жесть. Это вот на хранение. Это тоже. Очень много всего и непонятно, что носить. Так, хилку не ту, кстати, взял. А другой нет. Тоже вот куча этих патронов ненужных. Ладно, истратим сначала мины, потом эти будем тратить сейчас. Оставим вот так пистолет, дробаш. Всего понемножку. Калибренько, приветствую тебя, мадемуазель. Сейчас сохраню, сейчас подойду, ребят, 5 секунд. Ну все, идем. Пора уже дать злу отпор. Сколько можно ходить по этой больнице? Привет, стример, привет, чат, привет, кресло. Привет, Вов Макслайн. Профессиональный взломщик, мы получим достижение мастер взлома 3-го разряда. Потрясающе, кстати. О, все, наконец-то выбрасываем.
Я думаю, что мы заходим, ребят, в последнюю локацию. Потому что отмычки не нужны, ничего не нужно. Я думаю, что финал. И здесь наши герои должны встретиться, кстати, в подземелье. Мерзопакостнейшая локация какая-то, судя по всему, будет. Щиток электрический. Так, ну взломщиком мы уже стали третьего разряда. Теперь, может быть, пора стать и электриком какого-нибудь разряда. Да, слесари нервно курят в сторонке, не говори. Куда им до нас? Чего? А ты в вакуумках, потому что притчу бережешь? Да нет, у меня нет других наушников. И я не хочу большие наушники использовать, потому что некрасиво в ролеплейной составляющей. Что, я буду сидеть в шапироне средневековом и в таких наушниках? То есть мне это не нравится. Визуально не нравится. Хотя, конечно, такие наушники некомфортны, неудобны. Это должно быть путь под землю. Неметис тут за мной бегает всю игру уже, запарил. Подождите, он сейчас опять придет, что ли? Дробаш тогда берем против этой сволочи. Брелла повсюду. Поехали. Блин, сейчас файт, походу, будет на этом мостике. Не, ну игра красивая вообще. Вот в плане всего. Очень красивая игра. Как повествование, сюжета. Как же никто в больнице ничего не заметил? Да, кто это строил вообще все? С днем дороги приключений. Здравствуй, Дранич. Я, говорит, наобум сказал. Ты пугаешь меня наобум, блин. Ты вот говоришь, сейчас мясо будет, а я очкую сразу. Так, это что у нас? Не, пока рановато, тут надо поискать что-нибудь. Ага, вижу травушку. И сюда. Поехали. Всем, кто впервые у нас, привет. Спасибо, что посетили нашу таверну. Если у вас есть какие-то вопросы или еще что-то, конечно же, спрашивайте. Ну и давайте знакомиться. Вот, это супер необходимая штука. Как же я мечтаю о них всегда. Уведомление о лифте. Всем работникам, мы выявили проблему с электрощитом, связанную с тем, что одновременное использование тяжелого машинного оборудования перегружает его и приводит к перегреванию предохранителей. Если вы столкнулись с подобной проблемой и не можете запустить лифт, сохраняйте спокойствие. В углы не ссать. Соберите предохранители с вспомогательных генераторов, расположенных вокруг склада, и используйте их для запуска основного генератора как можно быстрее. Как можно быстрее. Наверное, огненный пока на хранение уберу, оставлю взрывоопасные. Порох есть у меня еще? Взрывчатка А, взрывчатка Б. На хранение выкладываем. Объединять все равно не с чем. Патроны для дробовика достаем, ну, чтобы побольше немножко было. Травы больше нет, пистолет, нож. Блин, столько разной фигни, вот реально. А мне сейчас, похоже, много предохранителей надо будет собирать. Ой-ю. И до сюда добрались, да? Ой, это кто там? А, это же Николаша. А вот и взрывчатка. А чё он там сидит? Пока не поздно, ребят. Объединю взрывчатку А с взрывчаткой Б. Слушайте, ну это, конечно, вообще они придумали. О, ништяк. Это, конечно, они придумали. Серьезно, да? О, а давай, говорит, как назовем взрывчатку? Ну, взрывчатка А и взрывчатка Б, типа. Из точки А в точку Б идешь, типа, объединяешь. Все понятно, типа. Да? Придумали, нормально.
А что он там сидит? Он вообще живой, нет? А меня всегда радовало, как люди, которые не разбираются в звуке, с пеной у рта пытаются доказать, что охватывающие наушники лучше. Охватывающие? Ты имеешь в виду большие, что ли? Да нет, зависит от мембраны вообще. Насколько я понимаю. Зависит от мембраны. Количество миллиметров мембраны может передавать, ну, соответственно, разное количество. То есть могут и большие наушники стрёмные быть. Должен признать ваше упорство, вызывает уважение. Но, боюсь, нашим играм пришел конец. Думаете, все кончено? Так, подождите, не громко, ребят, все у вас нормально по звуку. Так, нам нужны предохранители. Раз, два, три. Окей. Блин, потрачено. Это еще, мать его, кто? Три патрона, офигеть. Это очень плохо. Или я корявый. Надо лучше целиться. А, ну знаете, я бы подошел сюда, он бы сзади такой вылез. Ну, напряжение, конечно, создает игра. Николай, Николай. Что ж ты делаешь? Так, здесь я смогу вытащить, да, один? Патроны, патроны. Патроны для дробовика вообще отлично. Возможно, этот мне нужно будет последним вытаскивать. Предохранитель 3. Или здесь как бы нет какой-то задачки? Проверим, как работоспособен ли револьвер. Иван Васильевич. Убивает ли он с ваншота в голову этих зверей? Оп-ё. Блин, патронов мало. Очень мало патронов, ребят. Типа просто закрыли проход? Какая сложность? Средняя сложность. Мне нафиг этот хардкор не нужен. Тупик. Нет, стоп. Зачем хардкор в экшене, ребят? Только стрелять нужно будет. Точнее, и все. Я не хочу как бы париться и усложнять геймплей тупо с тем, что нужно точнее стрельнуть в голову, и все. Это такое себе усложнение, как бы. На мозговую активность никак не влияет это. Мне кажется. Кстати, я зря рано опустил, походу. Я мог по ней пройти. Вон туда. Мы сейчас поднимем. Опаньки. Ё-моё. Да ё-моё, чё ты ходишь как упырь? Не умирает? Умирает с одного выстрела. Капец я корявый вообще. Мне жалко себя. Это ужас вообще. Ну ладно.
Может быть, я не один такой? Опаньки, записка работник. Не зря мы сюда шли. 12 сентября. Принято номер 2. 45 мужчин, 32 женщины. Ликвидировано 60 мужчин и 89 женщин. Офигеть, что тут за убийства были вообще? Ликвидировано. Ночная транспортировка замечена медсестрой. Доступ в подземный комплекс приостановлен. Капец, они тут ликвидировали в огромных количествах людей. Ну, типа зараженных. Так, вот, немного патронов для дробаша. Как раз 3. Здесь было 3 зомби, и 3 мы убили. А это шорткат в офис. Когда играешь в шутер, почему ты такой резкий? В смысле, я что ли? А, зомбику то, что я сказал? Это да. Это да. Так, 0 патронов. Может быть, револьвер пока выложить? Или хотя бы траву? Мы можем объединить их. Пригодится. Это пока на хранение убрать. Так вот сделать. Блин, ну ладно, пока все нормально. Погнали. Сейчас не забываем, нужно поднять обязательно вот этот мост, по нему пройти, там какой-то лут забрать. В противном случае не получилось бы этого сделать. А почему у меня картинка напоминает дешевую игру на поиск предметов? Да потому что так и есть. Раньше игры такие были, по сути, вот это. Но сейчас просто с хорошей графикой все это и добавили экшен, чтобы было интереснее. Здесь вот, к сожалению, нету задач каких-то логических, как было во втором. То есть там вот, дизайн уровней гораздо круче был. Как мне кажется. Так. Поднимет наверх. Высококачественный порох. А мог ли я сюда как-то по-другому добраться или нет? Там кто-то есть. Вы слышите? Блин. Куда я попал-то вообще? Что такое? О! Да хорош, ну как выйти-то, не пойму. Да блин, зайди в центр. Ё, жесть какая. Вот это реально экшон. Вот сейчас было супер неожиданно. Ой, и травку сразу мне положили. Это они хорошо придумали. Блин, жесть какая-то. Алаварварские игры лучше. Ты чё вообще, какие игры? Непонятно. Ух ты. I'm Groot. Здрасте. Так, ну что ж. Еще один предохранитель у нас здесь. Первый, да? Осталось всего ничего. Последний где-то найти. Ой, ё-моё. Блин, вот и куда мне это все складывать? Патрон для дробаша, окей. А еще порох. Патрон для дробаша. Восхитительно вообще. Пазл сложился. Теперь объединяем их просто. И идем счастливые дальше. Второй предохранитель, я, похоже, знаю, где находится. Как раз там, где мы подняли площадку, а можно, а надо было опустить ее вниз. То есть, видимо, суть задачки именно в этом была, что тебе надо сначала здесь пройти, а потом туда. Ну, то есть, не второй забирать первым, а начать вот так вот, с дальней дороги. Все, сейчас опускаемся. Опаньки. Еще патроны? Кто? Офигенно вообще!
Этого мне очень не хватало. Очень просто не хватало. Теперь наш дробовик еще круче стал. Найден предохранитель. 2 из 3. Блин, сколько теперь патронов в нем помещается? Подождите, а он что, не улучшился, что ли? А мы сюда, мы отсюда и пришли. Вот, что? Что-то... А, первый предохранитель я не... Или взял. Что-то я запутался. Сам себя как-то... Сам себя переобманул. Здесь мы спустились, пошли, значит. Раз ли, два ли, три. Блин, где-то здесь должен быть предохранитель. Самое интересное, что мы тут что-то еще не собрали. Хотя вроде как всего наподнимали уже. Так, а, мне надо вот эту площадку поднять. Она только сверху поднимается. Тут важно находить всякие примочки, иначе сгорят, сгорит пятая точка. Так я вообще все нахожу, по идее. Ну, то есть я все обшманываю здесь абсолютно. Мы смотрим каждый уголок. То есть пока локация не будет синим. То есть если красная локация, это значит что-то в зоне есть. Мы входим и собираем вообще все. Вообще, говорит, что мы тут сидим? Играли бы в сокровище Монтесумы. Между прочим, хорошая игра. Блин, ну здесь мы уже были. Не знаю, куда дальше-то? Может, теперь нас... Нет, здесь не открывается. Вот отсюда мы пришли. Там вот первый генератор. Здесь второй. Где третий-то? Вот это путь к этому генератору. То есть где-то в другом месте он должен быть. Там. Ничего не понимаю. Такое ощущение, что я где-то в начале просто не взял и все. Может, реально так и есть? Ух ты. Вот сюда, наверное. Кто это у нас там? Дейло. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать в нашу таверну. Угощайся, Элем. Будь как дома. Приятного просмотра. Ребят, пару кружечек за знакомство. Спасибо, Дранч. Вот, я нашел, куда мне надо идти. Воу! Холи щит! Вот так вот мы с тобой справляемся. Допрыгался! Дейло, ты он или она? Давай знакомиться. Скал! Скал! Во! Ладно, поехали. Так, все предохранители у нас есть. Доберемся, я вон, все, окей, будем знакомы. Да нет, говорит, это бродилки. Через шорткат проходим. Сохраняемся. И идем предохранители бахать. Николай! Ты от нас не уйдешь!
Да как ты встал-то, не понимаю вообще. Ну как это так-то? Я ему просто башню гранатой снес. Лежать. Жесть просто, реально. Ну я иногда не понимаю. Он вроде упал, все типа как надо. Потом бах и просыпается опять. Что такое вообще? Так, ну что, поехали. Я подхилился, все нормально. Все под контролем. Доброе утро, кто приходит? Финализируем сегодня Resident Evil, если успеем. Черт, он сбежал. У нас час остался стрима. Что он здесь делал? Напоминаю, что у вас всегда есть возможность продлить, если такое желание имеется. Заодно и стрим поддержать. И игру допройти. Так, что-нибудь нам надо складывать? Наверное, порох выложу. 6, так, 9 патронов здесь вроде есть. Револьвер не особо сейчас нужен мне. Да ладно. Трав. Нет, очень много патронов. Ладно, траву оставим пока. Что он здесь делал, не ясно. А, вот что-то сейчас проясним. Неоконченный журнал. Он здесь дневник, похоже, писал. Так, в час вошли вы РС. Наблюдаются редкие волнения. Перехожу к заданию. 5 офицеров получили... полиции вступили в бой с 20 противниками. Уничтожены за 20 минут. 27.09. Попытка попасть в университет. Стоя в том числе... Стая, в том числе собаки, ушла в кампус. 64% случаев заражения и обращения происходит через 2 часа. Выживших нет. Встреча с отрядом МБ. На рассвете попробуем в первый раз. Увели стаю к посту командования. Результат. Ночное сражение с ограниченным в ограниченном пространстве с крупным отрядом. Видеозапись прилагается. Офигеть. Окончание сражения. 7 выживших. Неизвестное биологическое оружие применено в точке D18. В соответствии с приказом, преследую его. Судя по всему, оно охотится. Контакт с 2 бойцами Старса, это мы как раз, когда выжили. Мужчина заражен и женщина. Биологическое оружие преследует женщин. Да, это про нас как раз, когда они встретились. Женщина Дева вступила в контакт с отрядом МБ. Судя по внешности и повадкам биологического оружия, оно относится к проекту Н. Провожу расследование. Немезида, наверное. Биологическое оружие замечено с обычным оружием. Судя по всему, оно твердо намерено уничтожить ДВА и хорошо знает город. Можно ли его запечатать? Можно ли его запечатлеть? Метаморфозы в биологическом оружии после столкновения с ДВ. Видеозапись прилагается. ДВ заражена. Реакция отрицательна. В соответствии с приказом получен образец. Прошло более 17 часов после заражения ДВ вирусом. Обращение происходит медленно, судя по всему, у нее иммунитет. КО из отряда МВ заполучил вакцину Карлос и велел ДВ и ввел ДВ. Кажется, ДВ готова к оценке боевой эффективности. Прошло 20 часов после заражения. Биологическое оружие действительно проект Немезида. После столкновения с ДВ оно меняется, эволюционирует, спровоцирует дальнейшее столкновение. Чтобы получить более подробные сведения. Итак, он сейчас будет заставлять нас драться с ним. А, похоже, это и есть. Это замануха была. Ё-моё, нам хана. Что на следующей катке? Баннерлорд. Это, точнее, Mountain Blade был. Вот, значит, ты где, Джилл. Тайлер. Я пробился. Они готовы к переговорам. Ты заражен? Они отменят авиаудар, если... Там прямо такие охранители. Если мы доставим им вакцину до запуска. 2 часа. Сколько у нас времени? Несколько часов, если повезет. Тогда не будем терять ни секунды. Сюда. А говорили, что 2 часа заражение идет. То есть вот этот Тайрел, он походу все умрет. Йент, говорит, народ. Вакцина должна быть там. Финализируем, походу, сейчас. Финализируем. А мне бегать не дают, кстати. Блин. Тебе точно не нужно остановиться? Зачем останавливаться? Я тебя прикрываю. Ладно, сделаем это. Давай-ка ты вперед иди. Я тебе не особо доверяю.
Мало того, что ты Умбрелла, так еще и заражен, судя по всему. Давай. Да, я тоже ему не доверяю. Дробаш доставай, что ты с пистолетом? Опа. Да ну нахрен! Охренеть! Не останавливайся, мы почти на месте. О, офигеть, он здоровый. Но лучше такая смерть. Черт! Офигеть. Найдите вакцину. В погоню получено достижение. Так, да. Обеззараживаем меня. Звуковые, кстати. А, сушат. Блин, походу все. Сейчас самая... Эволюция, да, эволюция тирана. Но это же не тиран, это же не Мизида. Так, мне нужна какая-то рука чья-то, походу. Или сетчатка глаз, чтобы открыть это. Оп, сведения какие-то. Так, правила сотрудников NEST-2. Вниманию сотрудников NEST-2. Этот центр исследования Т-вируса ставит несколько иные цели по сравнению с основным NEST. Здесь мы изучаем реальные проблемы, связанные с появлением нового биооружия. Например, необходимость новых вакцин против Т-вируса и средств подавления биооружия. Некоторые стороны нашей работы сопряжены с риском, поэтому от всех сотрудников требуется строжайшее соблюдение правил. В частности, незаконное проникновение на территорию, удаление рабочих данных или материалов повлечет суровые дисциплинарные меры. Работать в величайшей исследовательской корпорации мира – большая честь. Мы делаем революцию в науке. Помните об этом и не отступайте от инструкций. Ну да, Немезида был создан на основе тирана, насколько я знаю, тоже. Опаньки, карта. Карта – это хорошо. Баргат, здравствуй. Карта, это отлично. Так, сундучело наш где? Порох добавился. Можем объединить, да? Высококачественный порох и порох. И достать патроны. Ой, блядь. Патроны для дробаша. Так, вот. Как раз ровно, смотрите. Ровно 20-шков. Прям максимальное количество. Тиран от тиран. Нет, но они на основе создавали его. Они же, типа, тестировали одно, потом у них там не очень хорошо все получилось, не особо он, ну, не смог справиться с заданием, и создали второго. Его уничтожили в поезде во второй части. Блин, карта какая-то неполноценная, что ли. Что вот это такое? Блин, он точно же встанет, ребят. Патрон только зря потратил. По-любому проснется. О, ящик заодно сломан. На тебе с ноги. Пнул. Пнула такая его. Ты пошел отсюда. Опа, дневник Айзека Грейвза. Это что-то сам Айзек. Мне обещали щедрую зарплату. Мне обещали щедрую зарплату и солидные льготы. Но больше всего манила возможность поучаствовать в разработке суперсовременной медтехники. Для университетского преподавателя из захолустья это был шанс всей жизни, как выигрыш в лотерею. Так что я согласился, уговорил семью, и мы переехали сюда, в Ракун-Сити. Как говорится, где были мои глаза? Это не лаборатория, а логово монстров. Их жуткие эксперименты проводятся с одной целью – выяснить, как самым мерзким образом убивать людей. Нужно сообщить об этом. Мир должен знать.
Но каждый раз, когда я набираю в грудь воздуху, я думаю о Пенни и Кейс, и вся храбрость улетучивается. Тут в городе все пляшут под дудку Умбрелла. Один парень хотел украсть данный следователь, так его скормили одному из Бет. Скормили, Карл! Я все это видел. А у меня жена и дочь. Ради них я должен работать и молчать. Но я пишу это, чтобы вы знали. У меня есть совесть, и я усвоил урок. Лолька, приветствую. Первый раз вижу игру. Приятного просмотра. До слез просто. Так грустно со мной поздоровался. Со мной же никто так грустно не здоровался. Это что у нас тут? Что это у нас тут? Высококачественный порох. Патрончики. Интересно, а влияет, кстати, бег или там, если пешком ходить, на звуки? Ну, то есть вообще громкость звуков влияет как-то на то, что будут очухиваться они или нет? О, запись уличка какая-то. Очерк о синтезе вакцины. Это важно, ребят. О роли антигенов и усилителей в синтезе вакцин. Запоминайте, ребят, урок биологии. Доктор Натаниэль Барт, старший научный сотрудник больницы Спенсер Мемориал. Чтобы создать наиболее эффективную вакцину, требуется... Подождите, пожалуйста. Что-то я вообще как не в себе. Чтобы создать наиболее эффективную вакцину, требуется как антиген, так и усилитель. Антиген отвечает за иммунный ответ, а усилитель повышает эффект такого ответа, ускоряя выработку антител. Запоминайте. Смешав образцы этих двух ингредиентов, можно создать мощное сырье для вакцины. Наше оборудование позволяет с поразительной легкостью получить из этого сырья большие объемы вакцины. Более того, мои специальные образцы антигенов и усилителей максимизируют выработку антител, будучи в 1000 с лишним раз эффективнее обычных материалов. Возможно, так мы получим не просто вакцину, но и средство для полного уничтожения инфекции. Я надеюсь, все записали. Нам это пригодится. Нам это пригодится, ребят. Для начала синтеза вакцины поместите материалы в камеру. Синтез? Мне самой все делать? Ну ладно, попробую разобраться. Кто бы меня еще взял туда? Ты что такое говоришь? Вакцина. Ключ разблокировки успешно сгенерирован. Что у нас тут? Ключ разблокировки удален. Флеш-накопитель. Флешка. Офигенно, ребят. Флешка есть. Ну и что теперь? На злодея доктора? Почему? Ух ты. Я же добрый доктор, наоборот. Я спасаю человечество. Лол, голос подходит для мужиков средних лет в аниме. Я вообще стараюсь его по-разному как-то. Так, и что, мы не можем не пройти никуда, ничего? Надо вниз по лестнице. Очень красивый перевод. Шрифт тоже приятный. В игре, что ли? Ну да, неплохо. Чпуньк. Блокировка отменена. И ты что там? Что там лежишь?
Так. Да ты чё, вообще что ли? Что не умирают-то никак? Блин, какой же неточный пистолет. Да вы издеваетесь, что ли, ё-моё? Да они прикалываются, ребят, я всю обойму выпустил, что из дробаша стрельнул. Вообще пофигу просто. Так наверху будет известно, почему он не умирает. Ну ладно, а ногу-то можно ему отстрелить? Да хорош, ну блин, я же нажал пробел, блин. Запрос на выдачу оружия. Уважаемый доктор Эмерсон, настоящим я официально прошу о выдаче всем сотрудникам, участвующим в приеме и ликвидации подопытных экземпляров того же оружия, что есть у отряда биосинтеза. Эти экземпляры менее опасны, чем наши биопродукты, но, по моему мнению, оружие все равно желательно. Причина указана ниже. Недавно некоторые экземпляры мутировав приобретали высокоразвитые способности к регенерации. Наша команда называет эти экземпляры бледноголовыми. Вот, это как раз те, кто сейчас внизу был. Мутация появляется регулярно. Вот регулярно. Но причина ее до сих пор не выяснена. Поразительная скорость регенерации бледноголовых делает трудным нанесение смертельного удара с помощью стандартного оружия. В случае какого-либо ЧП на нашем предприятии мы сожалеем. Мы, к сожалению, не сможем эффективно защититься. Поэтому я прошу предоставить всем сотрудникам в отделе доставки и обработки более мощное оружие, способное уничтожить бледноголовых. Это позволит нам быстро ликвидировать угрозу и эвакуироваться в случае ЧП. С уважением и благодарностью. Gambrel Rit Manager по доставке и обработке. Так, ну и дайте мне такое оружие. Опаньки, это одна часть. Образец культуры. Мне надо... Антиген. Нужен для вакцины. Да, мне надо две таких. Лежать! Сука, и даже не вставай, пока я не сказал. Короче, бледноголовых вообще не убить, да их? Эй, пока. Ух ты, кто это у нас тут? На тебе. Прицел убожеский, да, согласен. Так, ладно, но если их никак не убить, может быть, их спалить тогда можно? Как думаете, ребят, можно их зажигательными патронами бахнуть? Или лучше просто убежать? Да, на хардкоре мы проходили. Не, они вообще регенятся. Им вообще пофиг. Ой, сверху еще один. Да хорош, ну как ты ж... Просто жесть, ребят. Ну все, я сдох, короче. Все, сдох. Ну это просто бред. Я не знаю, у меня камера сама крутится, я не знаю, как ее повернуть куда. Неудобно очень камера сделана. Да ну нафиг, это что, заново сейчас все? Да вы прикалываетесь, наверное, за мной. Да они прикалываются, реально. Просто жесть.
А я в прошлый раз-то не... В прошлый раз она не встала. Жесть, только сначала. Ты больше всего ненавижу такую штуку. Ящик пропустил. Ну сейчас заберем. Мы здесь ради флешечки. Ребу. Не успеем, походу, пройти капец. Там, смотрите, сколько этих образцов делается. Капец вообще. Так. Зато уже все знаешь, да не факт. В прошлый раз этот ящик сломался ударной волной. Ну я, то есть от этих зомби все равно никак не смогу уйти. Я лучше сейчас сохранюсь. Вот я еще такой думаю, блин, да ну что, умру что ли? Ничего я не умру. И не сохранился, короче. От себя добавлю. 9 часов я прохожу игру, 12 сейвов, 47 смертей. Все исследовал. В итоге я пропустил несколько писем. И 11 ачивок. Да я не делаю прям для ачивок как бы специально. Как бы специально для чего-то не делаю, просто играю, мне сюжет интересно узнать. Пикули, спасибо за фоллоу, добро пожаловать в нашу таверну. Угощайся элем, будь как дома и приятного просмотра. Ребят, кружки в чат за знакомство. Парочку поставьте, пожалуйста. Ничего себе там, я, говорит, люблю тебя, как, что началось-то? Ничего себе. Похилялся, у меня фулл хп. Все хорошо, видишь, написано. Да блин, я прыгнул, отвечаю. Просто вот в его... Я не знаю, как работает здесь эти хрени. Блин, он один раз укусил. А я что, хилку вообще не взял с собой? Ну все, это конечно. Ее стоит покупать. Сам решай. Кусори. Спасибо за фоллоу и тебе. Добро пожаловать, путник, в нашу таверну. Пару кружечек, ребят, и ему или ей за знакомство. Короче, мне их никак не победить. Что я могу сделать? Всем алейкум, здорово. Что я могу сделать в таком случае? Вообще фиг знает. Ну, во-первых, пистолет надо вот это сделать активным. Съесть хотя бы одну травку, чтобы ну совсем не сдохнуть. Да блин, то, что ее пробегает за полтора часа, это вообще забейте. Как бы можно любую игру быстро пройти. Там Dark Souls проходит за час, да? Но это же не значит, что такая игра. Так, ладно, ноги отрываются. Хрен с ним. Что-то не собрал. Схожу, сохранюсь пока рядом.
Но большинство собрали, и хилку надо с собой взять. У меня, в принципе, аптечки-то есть вообще? Вообще нет аптечек, зато патронов хоть жопой жуй. Ну что за ужас? Да, да, я по ногам и стреляю. У нее и так слабость, она ранена, потому что. Поэтому она так бегает. Тут что-то есть, блин. Блин, тут все еще что-то есть. Я это не читал. Извещение о доставке. Груз. Тип доставки. Материалы первого класса. Опасности. Дополнительная информация. Все перевозчики на территории США осуществляются вертолетом. Соблюдать особую осторожность при взлете и посадке в избежание самоактивации при ударах по таре. Мы в европейском филиале с нетерпением ждем вашей оценки новейшего прототипа. Рады предоставить вам для тестирования данный экземпляр. Он прошел множество испытаний, но обладает огромной разрушительной силой. Так что соблюдайте максимальную осторожность. Доктора Герман Франкль, главный разработчик. Блин, что я не собрал-то здесь? Патронов ноль. Да где этот ящик-то? Сука, порох, прикиньте, не взял. Представляете? Тупо какую-то хрень не взял. Ну, дурак, сейчас бы красное соединил, фулл хп было бы. Ну, это, конечно, фейл. Хой всем. Dust Buster. Здравствуй. Так, порох. Блин, патроны для пестика не нужны, надо другие баллы соединять. Сейчас поспешу. Ну да, тут уже посложнее, конечно, пошло. Движуха. Ух ты, Алечка, приветствую. С днем приключений, дороги приключений. За что отжимания? За загрузки, если умираю. Блин, опять эти же, что ли? Или я отсюда пришел? Фу, я отсюда пришел, слава богу. К ним вообще неохота идти, это супер жесткие чуваки. Вместо подсказок экрана решили сделать язык тела. Да вы про что? Сзади на тумбочке было. Так, вали их с пистолета же. Да как они не валятся вообще, их не убить. Это бессмертные чуваки. Блин, у меня вообще, конечно, 0 хп. Наверное, тут подается питание. Наверное. Сколько? Сколько у нас отжиманий? 30. Один раз я умер. Тяжело навалиться. Нет, те вообще не валятся никак. Я там, блин, капец, сколько слил на них. Они все равно встают и идут дальше. Вот бледноголовые, они вообще не валят. Ой, спрей лечебный, божечки. Спасительная хрень. Кислотный. Походу, кислотой они умирают. Белоголовые, походу, кислотой, ребят, умирают. Проверить бы эту теорию. Блин, знаете, что хочу? Конечно, надо вот так сделать.
и кислотные боеприпасы зарядить. Фиг его знает, против кого я там воевать буду. Картун, привет. Ты вообще редкий гость у нас, конечно, стал. Как у тебя дела-то вообще, как же дух? Опаньки, маленькая баночка. Блин, не те. Ну ладно, бахать будем с любых. Это тираны? Офигеть их тут, ребят. А это не тираны, это те чуваки, с которыми... Господи, так это тут их делали? О боже, это что? Это эмбрион, что ли, какой-то? Фу. Ё-моё. Вот зачем им плащ, они выглядят не очень приятно. Поэтому они в плаще. Фу. Опаньки, следы крови. Ой, боже, как я очканул! Фу. Я даже не знал, что я так стрелять быстро умею. Жесть. Блин, и что мне выбросить? А, ну вот пистолетные патроны мне нафиг не нужны. Очень мало патронов для дробаша осталось. Нужно что-то срочно делать. Блин, я бы в жизни не хотел бы работать в таких местах, как это. Это просто ужасное место. Не, лечиться нельзя, ребят. У меня есть только одна хилка. Надо зеленую траву найти. Так, жидкость, пробирка с жидкостью. Образец усилителя. Их добавляют к антигенам для усиления реакции иммунной системы. Поняли? Чё ты встаёшь? Лежать, я сказал. Так, всё, у нас всё есть. Нам нужно теперь собрать. Выражение озабоченности. Уважаемый доктор Франкль, позвольте сердечно поздравить вас и ваших коллег Umbrella Europe с завершением проекта Nemesis. Это без преувеличения настоящий прорыв в изучении биологического оружия. Внедрить паразита в мозг тирана, чтобы контролировать его извне, я восхищен этой революционной идеей. Тем не менее, как медик, я обязан выразить несогласие с подобным отступлением от принципов Umbrella. Используя паразитов, вы создаете опасный прецедент. Вирусы поддаются контролю. По моему мнению... Против любого вируса можно создать эффективную вакцину, конечно, при щедром финансировании и наличии достаточного количества экземпляров. Но можете ли вы сказать тоже о паразитах? Врачи тщетно пытались разработать вакцину против малярии. Паразиты подобного плазмодию генетически гораздо сложнее, чем Т-вирус. Только безумец может надеяться их контролировать. Возможно, в вашей стране считается нормальным покупать автомобили без тормозов. Но здесь, в Америке, люди умнее. Впрочем, вы с вашей ученой степенью по экономике уже наверняка разработали великолепную маркетинговую стратегию, чтобы переубедить всех несогласных. С нетерпением жду вашего доклада на конференции в Берлине в следующем месяце. Мне уже остается только искать медицинское решение этой проблемы, которую вы столь самоуверенно спихнули на нас.
С уважением, доктор Натаниэль Барт. Но он так-то молодец был. Немезис. Натаниэль Барт, в принципе, шарил, конечно, хоть и работал. Да, тиран плюс паразит, так и есть, оказывается. Вот мы и узнали, ребят. Понемножку открывается у нас все карты. Дела средняя, жизнь также. Я редкий гость, потому что сейчас пятидневная рабочая неделя у меня. И ни разу от начальства не скрыться, чтобы стрим глянуть. А вечером тупо сил нет. Понял. Живешь, как все мы. Умираешь, плюс 20 отжиманий. Вообще 30 раз отжимаюсь. Так, ребят, сейчас что-то будет, мне кажется. С покерфейсом просто. Я так и знал, что сейчас что-то будет. Ух ты. Вот кто этим всем заповедует? Кто вот это открывал? Двери здесь. Кислотные боеприпасы. Кислотные нужны, чтобы белоголовых, мне кажется, убивать. Кислота, потому что разъедает и их убьет. Скол! Нет. Скол! Блин, мы, кстати, без потери ХП вроде пробрались. О нет, мне сейчас надо будет через них проходить снова. Ну, эти малявки еще ладно, говорит. Да ничего себе малявки. Малявки. Блин, мне реально сейчас, походу, снова через них проходить. Ой, сейвушка, иди сюда, сейвушка. Да нет, ладно, не будем пробовать. Нам надо инвентарь освободить. Хила, к сожалению, совсем... О, есть хилочки. Блин, в принципе, есть хилки. Пока. Раз. Боеприпасы возьмем, взрывающиеся. Патроны для дробаша достанем. Подготовимся по полной, ребят, сейчас. По полной вообще. Мы готовы. Что, 20 минут успеем до пройти, интересно, нет? Пистолет воздух. Ну а вдруг патрон найду? Он реально мощный, этот пистолет. Для начала синтеза вакцины. Поместите материалы в камеру. А, надо в правильном порядке. Чё не так-то? Три вакцины. О, у меня только две их, оказывается. А как мне еще куда-то попасть? Я никуда больше не могу. Так у меня дороги-то больше нет никуда. Так, стоп, а где выход-то вообще?
Антиген надо и усилитель. Или я что-то неправильно делаю? Не знаю, как туда попасть дальше. Ну тут три вакцины, у нас только две. Мы не могли ничего пропустить, потому что все, в принципе. Ну, я понимаю, но у нас все места. Вот комната отдыха работников. Как сюда попасть, я не знаю. Мы же посетили все комнаты, вроде, насколько я знаю. Здесь мы были, вот. Внизу поубивали все. Там прошли. Вообще не пойму. Посмотрите. Все собрал вроде. Ну я тоже думаю, что все собрал. Почему они не хотят залазить тогда? Тут видишь три. А у меня только две. Ну то есть ты две делаешь, третью он создает. Я так понимаю, нет? Пробирка с жидкостью. Похоже, она предназначена для медицинских целей. Емкость культуры для исследования вируса. Используется для синтеза вакцины. Отвечает за выработку антител. Образец усилителя. А, может, надо было типа их узнать, что это такое, чтобы использовать. Что за бред? Бред. Так, вот это стоп, это сложно. Че там, журнал есть какой-нибудь почитать? Где это читать-то? Где почитать журнал-то? А, это типа надо их, как в прошлый раз, да, типа? Изи. Синтез завершен. Извлекаем емкость с вакциной. Вакцина. Ой-ой. Нет, ну ты что, не слышишь, что ли? Мне кажется, у него болевой порог нулевой, ему вообще пофиг, режут его, нет. Сбегите из комплекса. Блин. Ну, может, у него нулевой он вообще. Да хорош, что ты мне... Сейчас начнется интересная движуха. Да хорош он свой тентакли, мне постоянно хватает. Давай, карабкайся. Да карабкайся.
Я не понимаю, как дожать. Или всегда надо нажимать, или держать ее и жать. Да что за фигня-то вообще? Чё, блядь, происходит? Ну она мигает, я думал нажимать в такт надо, когда мигает. Типа, видите, она ближе, типа, бред какой-то. Нафиг она мигает-то? Нажали, жми, да и все, типа, держи там, удерживать. Легкотня вообще. Так, ну боеприпасы, я смотрю, уже посерьезнее. Пошли. Ладно, все, выкладываем. Хранить. Хранить. Кислота, вообще не понял, где нужна в итоге. Хранить. Ну ладно, пока выложим. Револьвер реально пока не пригодился, к сожалению. Здесь еще хилка была где-то. Блин, еще же где-то хилка была. А вот. Валяется просто на полу в ящике. Так, объединить сейчас не могу. Порох оставлю, это мне пригодится. Мы его можем, в принципе, объединить и сделать патроны для дробаша. Ё-моё, чё все время путаю. Вот патроны для дробаша нам по-любому нужны, потому что это топ. На хранение. Так, бомбежку пока оставим. Сюда и хилочки. Тоже возьмем. Погнали. Сохраняться. Блин, я думал, уже финал какой-то должен быть. А мы все играем и играем. У меня 8 минут, блин, осталось. Неужели я не допройду, блин, конец? Так, что это у нас здесь? Ликвидационный центр. Протокол ликвидационного центра. Данное помещение предназначено для ликвидации результатов биоэкспериментов НЭС-2. Мощные растворители обеспечивают ликвидацию любого биологического материала, живого или мертвого. При использовании ликвидационного центра соблюдайте все протоколы безопасности. Перед началом ликвидации убедитесь, что в помещении нет сотрудников. Всегда используйте предписанный объем раствора, независимо от размеров или массы материала. Если материал реагирует агрессивно, не прерывайте процесс. Оставьте помещение наполненным минимум на 12 часов. А перед сливом убедитесь в полном растворении материала. Опаньки, это прям как мы сейчас терминатора, когда, в общем, расплавили. Господи, что это за место? Когда терминатора расплавили, ребят, мы сейчас также будем немезиса расплавлять. Хэппи мяу, приветствую. Бомбежка-то у тебя всегда при себе. Ну куда ж без нее? Без нее ни один экшен не проходится, без моей бомбежки. Парня-то нашел или нет? Квист, к сожалению, пока не найден. Надеюсь, он жив, хотя мне... Не знаю, мне как бы пофиг. Но он меня спас, но мы его спасли. Опа! Растворять его сейчас будем. Это вообще-то ликвидационный центр, если ты не в курсе. Он безумный вообще. Эй, вакцину-то не потеряй. Джил! Так, что это тут у нас? Николай, нет. Городу нужна эта вакцина. Больше, чем мне, что ли? Кажется, все мои наставления до вас не доходят. Но жизнь человека, конечно, нельзя на весь ценник. Но я здесь, чтобы зарабатывать деньги, ты поняла? Я работаю. Так что давай-ка договоримся. Вы идете и сражаетесь с Немезисом, а я все записываю и продаю боевые данные. Если устроите хорошее шоу, возможно, вакцина мне не понадобится. Согласны? Отлично. Вперед! Так.
Прям арена какая-то. Сейчас будет весело. Вот же Николай, ребят. Реально арена какая-то. Тупо арена. А что это было сейчас? Через него граната пролетела, ребят. Блин, я привык, что это Dark Souls, короче, играю как будто. Тут так не работает. Что делать там? Тут, блин. Я так понимаю, надо просто много патронов, да? Здесь не сбежать, надо его убивать. Короче, он на тебя прыгает, а ты ему стоять! По-другому вообще не справится. А, ну скушал, ладно. С кем не бывает. Так. Пойду я 20 отжиманий сделаю по бырику, вы не против? Все-таки проиграли, загружаемся. Я надеюсь, мы его быстро убьем. Ой, каких 60? 60, ну что такое? Кстати, патронов мало. Знаю теперь, что нас здесь ждет. Ой, может кислоты взять, как раз проверить, что даст. Мы не видели. Как не видели? Все все видели, а вы нет. А если, кстати, реально вакцину оставить? Как пропустить ролик? А, на пробел. Ему вообще фиолетово на нее. Не уклоняется, что ли? Блин, иногда через него пролетают пули. Карлос? Ты в порядке? Давай, я буду вести тебя. Хорошая идея. И чё, как? Как он будет меня вести? Нифига себе. Осторожно, к тебе гости! Он за первым резервуаром. За первым? Ничего. Ничего дальше, что за первым? Да я стрельну в него, алло. Вот это...
Так я не понял, ну и чё, что на МР-7? Я что-то вообще не понимаю. Он ничего не делает, типа? Я и так вижу, где он, без его совета. Давай, порви эту сволочь! Как это вообще? Патронов-то нет. Что делать вообще непонятно. Два удара, вообще даже инвентарь открыть не мог. Может, по клапанам или еще чему их по бакам надо жахать. Ну, я тоже думаю. Жизнь потрепала, не говори мне. Так. Мы поняли, что нам надо больше патронов. Я думаю, что реально баки надо взрывать как-то. Только из какого оружия? Из любого или нет? Или минами надо какими-нибудь? Я не знаю насчет концовки или нет. Dark Baby Yaga. Баба Яга, точнее. Baby Yaga. Baby Yaga нормально, да. Да не, блин, перезарядка долго. Когда замахивается, надо сбивать ему. Кстати, видно, как ему хреново становится, то есть вот эта шкура у него опалилась уже. Ой. Ух. Сразу 2000-й Яго в дворец. А, не в бак надо, вот в эту хрень, ребят. Я думал, в бак надо, надо в эту хрень. А чё так приближено? Можно отдалить камеру? Блин, лол, хотел в бак выстрелить. Попал в то, куда. Вообще надо, походу.
Так, ну чё? Смогу я его убить? Ой! О! Всё, что ли? Только не убивай, пожалуйста. Один патрон остался. Берегись. Джилл! Отправляю к тебе кран, вылезешь по нему. Фу. О нет. Давай же, давай! Давай! Джилл, не подходи! Прям в лучших традициях боевиков. Надо найти спидран, где китайцы валят его с ножа. Да, конечно. Тут эти... Скрипты здесь с ножа не убить, мне кажется. Скол! Блин, задержался я, конечно. 7 минут перебор уже. Как он так быстро умирает вообще? Нельзя было сразу кислотой убить. Отлично, я встречу по дороге. Николай, куда же ты подевался? Сучонок, надо вернуть вакцину. Ферромагнитный пехотный рельсотрон нового поколения. Главный разработчик, ведущий NES-2. Подавление нового биоружия в случае эпидемии. Дополнительный информация. Чрезвычайная огневая мощь позволяет полностью уничтожить цель. Потрясная штука. Тиран бузит? Погрозите ему фингером. Проблема решена. Великолепная огневая мощь не помешала бы более тонкая настройка. Низкая мобильность может стать проблемой в полевых условиях. Может платформу улучшить? Требуется несколько источников энергии, что сложно обеспечить в бою. Знали. Так, у нас 0 патронов, но вроде как на складе должны быть. Достаем все, что у нас оставалось. Порох. Блин, нифига нет больше. Почти ничего не осталось. Фингер, это ж палец, типа, покажите ему пальцем. Факью покажите, типа. Блин, что там, финал близко, нет? Опа. Все сделано. Отдавай вакцину, жадный сукин сын. Не-не-не. Вы делаете мне деньги, а я люблю деньги. Мы с вами поработаем на постоянной основе. Опусти пушку! Только не немезида, блин. Да ладно! Чито, блин? Чито, блин? О май гад. Вы когда-нибудь видели что-то настолько невероятное?
За данные, за это мне заплатят столько. Сами понимаете, город вот-вот будет взорван. И на жизнь человек нельзя навести ценник, навесить. Так что давайте. Удачи. Останови Николая, у него вакцина. А ты? Время на исходе, я справлюсь. Знаю, что справишься. Так, где там жопоразрыватель 5000? Ну так что? Чтоб ты знал, это твою мать последний раз. Ё-моё, это просто жесть. О май гад! О май гад! Нифига себе! Перезарядка активирует снова. Источники энергии. Опа. Ну как всегда, блядь, что у них там все так плохо работает? Ща приду. Давай, черт возьми! В смысле, два удара умер, что ли? Да ну, это что за фигня такая? Не понял вообще, что за... Блин, ну пушка клёво вообще выглядит. Как она ее поднимает, я понятия не имею. Она вообще, по идее, весить должна столько, что там танк должен ее перевозить. Да, да, Арон Мор, я про то же. Короче, надо как-то уклоняться, я так понимаю. Как это работает? Чё это дичь? Вообще непонятно. А, ну понял. Типа как босс второй в Dark Souls 3. Все равно убьет. На все сначала. Так там их дофига, лол. Чё у них не работает вечно ни хрена?
Ё-моё. Хо-хо-хо. Бахнуло нормально. Блин, красотка, конечно. Good woman. Хорошая девочка. Хилку, пожалуйста, хилку. Я тоже разочарован этим боссом. Он действительно как-то просто умер. Плюс 40 отжиманий, кстати, окей. Сейчас сделаю, доиграем. Настолько горячая у нас Джилл, что Немезис сгорел, реально. О, это же тот самый опять комплекс, который был из первой части. Ой, из второго ремейка. Мне Немезиса не жалко. Я еще могу его догнать. Зачем дают патроны? Мне, ну, видимо, еще не конец. О, нет. О, боже, Карлос. Вам меня не остановить. Я ведь обещал это вам. Вот, забирай. Вы хоть понимаете, что наделали? Не знаю и знать не хочу. Мой клиент поручил мне не оставить от Амбрелла камня на камне. До ракетного удара осталось пару минут. О, ракета запущена, значит мне пора. Прощайте, мисс Валентайн. Жаль, что вы не прислушаетесь ко мне, когда у вас был шанс. Не прислушались. Наушник, наверное, в щеку впечатался дважды. У него вот здесь вот микрофон, типа. Джилл, стреляй! Стреляй в него! Не могу. Тебя заденет. Делай это, другого выхода нет! А толку-то, все сдохнут все равно. Карлос! А я в броник стрелял, не в голову. Эй, я же сказал, что не оставлю тебя в мире без Карлоса. Было бы слишком жестко. А с ним что? Николай, Николай. Почему вы это сделали? На все есть своя цена. Даже на то, чтобы просто смотреть, как мир гибнет в огне. На кого вы работаете? Расскажу, если вытащите меня отсюда. Я заплачу, сколько потребуется. Дура. Какая же вы дура! Если я умру, вам никогда не узнать правды! Поработаю детективом, ничего страшного. Счастливо оставаться. Не знаю, мне понравилось, но на 2000 точно не стоит, ребят. Тупо пробежаться и все. Линейный, коридорный. Ты цела, Джилл? Вот и оно. За 1000 вот она была вообще топчик была. Для фанатов тоже топчик. Но мне кажется, их взрывом все равно заделал. Офигеть вообще. Очень, очень красивый взрыв. Не, ну 1000-то она стоит, я думаю. Все-таки игра хорошая.
Ну как хороший? Я на семерочку ее оценю где-нибудь. 6.5, 7, 7.5. Ну как так? 6.5, 7.5, вот так. Все кончено. Прощай, Raccoon City. Когда нас окутало жаром от взрыва, внутри я чувствовала холод и пустоту. Столько смертей, и причина им был не вирус, создавший монстров, а жадность. Человеческая жадность. И тогда я решила, пепел Raccoon City станет пеплом Umbrella. Я покончу с ними раз и навсегда. Вот такие дела. Ну как вам? Как вам, ребята, игрушка? Давайте ваше теперь мнение, я свое, в принципе, высказал. Давайте так по существу, ладно. Что я думаю вообще об игре, если отбросить все? Ну, фанатский, не фанатский, то есть... Если отключить то, что мне экшен не нравится. У него разбитая ампула в руке была, половина. Первое. Суперлинейные кат-сцены, вообще все вообще. Просто ты идешь по коридору, тебя ведут... Ноль каких-то ловушек, задачек, как из Resident Evil 2, то есть никаких нет. То есть ты просто тупо идешь, и вот прям тебе все ложат. Тебе 5 монстров надо убить, у тебя 5 патронов там. Капец, короче. Просто супер. Первый кандидат в разочаровании года, Соргал. Вот я ждал разветвления, я думал, улучшенная будет вторая часть. То есть будет как вторая, со всякими замутами. У меня абсолютно на протяжении всей части не было ни одного страха. Ни одного... Там, там что-нибудь выпрыгнул. Ничего вообще. То есть я просто шел, смотрел мультик и шел и смотрел мультик. Все, просто херня. Боссы скучные. Просто там два действия надо сделать. Загадки ни одной не было вообще. То есть вот одна единственная загадка была, это вот выровнять баланс из трех мензурок. Чисто, так я не говорю хоррор, но все равно во второй части у меня было ощущение страха. Во второй части игралось прям страшно. Потом, Немезида просто отвратительно. Вообще ее не боишься нисколько. Когда, блин, тиран появился во втором резике, я там чуть штаны не наложил, реально. Он меня так пугал жестко, вот эти шаги постоянные, которые за мной ходят. Здесь мне вообще на него пофиг было. Я не знаю, супер просто. Ну, не то, что не просто даже. Нету вот психологические ощущения страха никакого, что там, блин, бежать надо что-то срочно. Во втором реально страшно было. То есть ты должен был успеть за секунду что-то сделать. Да, вот игра не держит в напряжении вообще никак. То есть атмосфера убита, мне кажется. Линейность. Ну, внешне выглядит шикарно, как бы тут спорить нет. Сейчас все богатые фирмы делают хорошие выглядящие игры. Это не думаю, что... Ну, графони чисто там, не знаю. Это тебе не Кодзима. Кодзима тоже провал года самый большой, как по мне. Вот. Выше семерки не могу поставить. Ну, ни по какому критерию. Ни по какому критерию выше семерки поставить не могу. Даже я бы меньше поставил. Но... Не знаю. Как-то так. Чисто посмотреть для фанатов серии. Вот для меня чисто игра для фанатов серии. Вот я бы, не знаю, ничего мне нет интересного, чтобы играть человеку, незнакомому с серией вообще. Как-то так. Спасибо, ребят, всем огромное, что смотрели. Надеюсь, вы отлично провели время в нашей компании. Очень приятно, что нас было больше 100 человек. Спасибо за... Спасибо. Просто за все. До встречи! Расписание стримов вы можете увидеть в группе ВКонтакте, в Дискорде, в Твиттере. Пока-пока, вы лучшие, удачи! Не болейте, соблюдайте карантин, не выходите, если прям совсем не нужно вам это сделать. И, конечно же, да и все, короче. Пока, ребят. Играйте только в хорошие игры. Thank you.